Сегодня утром. Сегодня утром, вот сколько? 10 с минуты. 11:23. 11:23. Снимок я сделал. А тут я зараз достал. Из соседей кого-то не зацепило? Вроде все, никого не ранило. Все вроде нормально. МЧСник пробежал по этажам с нашего подъезда, ранитых не нашел. А квартира побила сильно, да? Ну, сильно, вы же видите, что там наверху вообще. У нас только окно, слава богу. И первый этаж, а там вверху он совсем все. На каком этаже вы живете? Мы вот, первый этаж, он окна. Окно он вылетел. Мы с первого, а там... Вот снимки. Я не знаю, вот этот. Какое? 11:23. Это когда машины горели, да? Да, это когда машины. Как раз свеженькие. Потом я еще заснял, когда их поливали пожарники. Угу. И здесь есть только мирные жители, да? Здесь есть только мирные жители, да? Да, конечно, мирные. Видите, жилые дома. Обычные жилые дома. Mm-hmm. Ну, неделю всю уже нас тут кошмарят. Дня два или три на следующей остановке. Детская поликлиника и жилые дома. Попало туда. А сегодня уже и нам досталось. Mm-hmm. Всю неделю прилеты. Всю неделю вот эту последнюю. И днем, и ночью покоя нету. Mm-hmm. А кто обстреляет? Ну кто стреляет, конечно. Ой. Ну, чтобы люди в Европе знают, потому что если мы не скажем прямо, они не верят, вы понимаете? Да. Украина. Украина стреляет, ну кто же стреляет? Мирные жители, тут же ничего нету. Мирные спальные районы. А там он на той остановке дня два тому назад, там детская поликлиника попала и жилые дома тоже. Детская поликлиника на Словацкой, следующая остановка. Nous sommes le 22 mai 2022 dans le district de Kuibyshevsky à Donetsk, qui a été bombardé ce matin par l'armée ukrainienne à coups d'artillerie lourde de 122 mm. Ces tirs ont touché une zone purement résidentielle, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec juste des immeubles, des grands-pères, des grands-mères, des femmes, des enfants. Trois voitures ont brûlé, la plupart des fenêtres de cet immeuble derrière moi ont complètement sauté. Mais il n'y a pas de blessés graves. Il y a eu un monsieur qui a été très légèrement blessé au visage par des éclats, mais rien de plus. Donc heureusement, pas de pertes civiles importantes. Mais bon, là, il y a des gens qui vont se retrouver sans fenêtre pour un petit moment et des gens qui ont perdu leur voiture dont ils avaient peut-être besoin pour aller travailler. Voilà, donc comme on voit, l'armée ukrainienne continue de viser délibérément les zones civiles commettant de nouveaux crimes de guerre, comme elle le fait depuis 8 ans dans le Donbass. Christelle Néant pour Donbass Insider.